Я приветствую вас, выжившие. Изменения по результатам массового тестирования. Итак, посмотрим, что же изменили. Новое управление машинами на ходовых со стрейфом. Одно из наиболее обсуждаемых изменений, которое разделило игроков на два лагеря, мы изучили ваши отзывы и многочисленные вопросы, готовы дать ответ. С выходом обновления у игроков будет возможность выбора между старым и новым вариантами. Та часть игроков, которой новое управление понравилось, может сразу же отправиться в бой с новыми настройками. Другие игроки, которые не успели освоиться с новым управлением, смогут активировать специальную опцию в настройках и играть так, как они привыкли. Внесем немного ясности. Изначально при работе над новым управлением мы понимали, что такие перемены могут слишком резкими и радикальными для некоторых игроков, и поэтому заранее заготовили поддержку обеих схем управления. Для того, чтобы все игроки хотя бы опробовали новую схему, возможность переключения на старое управление была недоступна на тестовом сервере. Ну ё-моё, а нельзя было сразу сказать, что будет два управления? И не было бы такого кипиша. Сразу отметим, что поддержка обеих схем управления далеко не так проста, как это может казаться, и может усложнить процесс дальнейшей разработки. Но мы уверены, что должны дать вам возможность постепенно привыкнуть к изменениям. В дальнейшем мы проанализируем оба варианта управления и примем решение о будущем этой специальной опции. А что с бокалетами? Они снова в строю? Использование старой схемы управления действительно позволяет использовать бокалеты и дальше. Да ну нафиг. Но мы не забываем про вопросы относительно таких сборок. А, значит, борются все так же с бокалетами. В одном из последующих обновлений мы планируем переработать модели ховеров, что скорее всего поменяет сам принцип конструктирования машин на ховерах и решит эти вопросы. Больше информации в нашем официальном стриме по обновлению в понедельник 24 октября будет стрим официальный. Так, параметры ховеров будут скорректированы относительно тех, что вы могли видеть во время тестирования. Это связано с тем, что в игре пока остается возможность использования старого управления и сборок бокалетов, а значит, пропадет необходимость в таком сильном изменении параметров ховеров. Ну что, дамы и господа, другие подруги, ну не зря я кипиш поднимал, да?